Роковые красотки с характером или нежные покорные ангелы? О каких женщинах мечтают мужчины разных знаков зодиака? Согласно астрологической теории, все аспекты нашей жизни оказываются под влиянием положения звезд на момент нашего рождения. Это включает в себя наш характер, привычки, увлечения и даже наши предпочтения в романтических отношениях. Исходя из знака зодиака, мужчины имеют свои предпочтения относительно женщин и делают выбор партнерши в соответствии с этими предпочтениями. Овен, представители этого знака зодиака стремятся к партнерше, которая также огненна и страстна, как и они сами. Им нравятся долгие и страстные ухаживания за девушкой, которая не подается легко и может вызвать их интерес. Телец. Мужчины-тельцы предпочитают спутниц, которые спокойны и покорны, и способны создать в доме атмосферу уюта и комфорта. Они готовы материально заботиться о своих партнершах в обмен на верность и преданность. Близнецы. Близнецы привлекаются к умным и обаятельным девушкам, которые могут поддержать интересный разговор. Они ищут в своей спутнице подругу и собеседницу. Рак. Мужчины-раки ищут надежных и заботливых женщин, которые разделяют их чувства и готовы поддерживать в трудные моменты. Для них важно знать, что их партнерша готова на все ради любви. Лев. Львы ищут партнершу, которая может по достоинству оценить их качества. Они хотят, чтобы их избранница поддерживала их энергию и восхваляла их, при этом оставаясь покорной перед их лидерством. Дева. Мужчины-девы ценят порядок и стабильность в отношениях. Они ищут аккуратных и рациональных партнерш, готовых обращать внимание к деталям. Весы. Мужчины, родившиеся под знаком Весы, восхищаются самодостаточными женщинами, обладающими внутренней гармонией. Для них важны рассудительность и спокойствие в партнерше, именно эти качества привлекают их в отношениях. Скорпион. Скорпионы ценят, когда им бросают вызов, и именно поэтому они ценят находчивость и непредсказуемость в своей избраннице. Они обожают женскую красоту, но не переносят ревность и лживость. Стрелец. Представители знака Стрелец желают видеть интерес со стороны своей партнерши и стремятся быть мотивированными. Они всегда будут стараться удовлетворить свою вторую половинку. Козерог. Идеальная женщина для Козерога – та, которая постоянно развивается и ищет возможности для самореализации. Козероги ценят трудолюбие и реализм, и не хотят, чтобы отношения стали источником зависимости. Водолей. Избранница Водолея должна быть жизнерадостной и готовой к авантюрам, так же, как и сам Водолей. Общительность и непредсказуемость важны для создания крепких и счастливых отношений с этим знаком зодиака. Рыбы. Мужчины-рыбы ценят психологический комфорт и ожидают от своих избранниц чуткости и эмпатии. Рыбы чувствительны и предпочитают девушек, которые могут понять их ранимость. В итоге можно отметить, что предпочтения мужчин различных знаков зодиака в отношении женщин оказываются разнообразными и отражают особенности их характеров. Одни мечтают о страстных и энергичных партнершах, другие ценят ум и обаяние, третьи ищут стабильность и заботу. Важно понимать, что астрология лишь один из аспектов, влияющих на предпочтения, и каждая личность уникальна в своем восприятии и поиске идеального партнера. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.